И снова всем здравствуйте. Сегодня в нашем районе дом горел. Горел недолго, около часа, и нет жилища. Ну, показываю вам все, что увидел своими глазами. Пишите в комментариях, кто там прав, кто виноват. Я не знаю. Но что-то там не так было. Приятного, конечно, ничего нету. Ну, в общем, смотрите. Горит что-то частный сектор. Вот это пожарище. Что-то воды не видно, пожарников. Там поди не подъехать. Скорая помощь. Лает. Я говорю, ты чё, блин, даже косточку ему выкинь. А ты козя убил? Да вот. Thank you.
Понятия. Скорее всего, один. Труба вроде одна. Забора то нету, но труба то одна. Но. Да, жесть полная. А где пожарники? Что это одно нашили? Ну все вымет дорого. Что на ней сделаем? А они тот спасают домик. Если они его обливают, этому уже все равно хана. Вот зачем снимать, вообще не понимаю. А где пожарник? Пожарник вон. А что одна машина? Почему не 10? Пожарники заберут туда самую. Я не сделаю так. Я потом будешь спорить ставить. Отходим. Я туда пойду. Вторая приехала. Труба делает.